Пушечный двор, патриотичные мелодии, георгиевские ленты. Церемония в преддверии 9 мая особенная. 1 мая мы чествуем героев и передовиков труда. 9 мая чтим память победителей 1945 года. Поздравляем ветеранов войны, тыла. Недаром сказано, что из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. Первые награды и аплодисменты стоя тем, для кого День Победы стал главным праздником еще в 45-м. Медаль ордена за заслуги перед республикой участнику Великой Отечественной Юрию Шастину. Попал в армию со школьной скамьи, командовал пулеметным взводом в Курской битве и окончил войну в Восточной Пруссии. 34 года дал армии и столько же 34 года дал труду Татарстана. За заслуги перед республикой награжденный участник войны Габдульвахид Шамсутдинов. Был связистом на Втором Белорусском фронте, освобождал от фашизма Белоруссию, Польшу и Германию. Признанные заслуги и на войне, и в мирной жизни. Я работал после армии в комбайне 37 лет. Вот, комбайнером. Каждый год занимал первое место. За заслуги награжденный генерал-майор Ахат Юлашев. Союз ветеранов, который он возглавляет, помогает участникам и инвалидам войн и занимается патриотическим воспитанием. Сам орден Дуслик воодушевляет нас и отвечает тому, что наша республика в единстве своем идет вперед дальше к успеху. Почетное звание теперь носит музыкант Ольга Вайсбекер. Народная артистка и играет на самом народном инструменте. Первая балалайка госоркестра, увлечение, ставшее профессией, выбрала в детстве. Поскольку я никогда до посещения музыкальной школы не видела этот инструмент, только видела в мультфильмах, кино. То есть это была связь со сказкой, с чудом. За заслуги в области строительства и многолетних... Заслуженные строители и энергетики, агрономы и механизаторы, врачи, учителя, юристы и экономисты. Секрет их простой – любить свое дело. Если не вложиться полной силой, то никогда ничего не получится. Надо работать, как говорят у нас крестьяне, пахать надо всегда. И все будет, урожай будет. И сегодня богатый урожай заслуженных наград. Звания, медали, знаки отличия получили 44 татарстанца. Ирина Анатольевна, Эльшат Мухаметов, ТНВ, Казань.